чего же смело Тиранорекс? С любым вопросом к Тому мы идем, идем. Вики все считают самой милой, ну а Пинда шустро мы зовем. Если где-то оказались малыши в беде, то им поможет команда Дина. Непременно всех спасут в небе и в воде, выручат нас, ведь это же Дина. Раз, два, три, четыре, пять. Любым вопросом к Тому мы идем, идем. Вики все считают самой милой, ну а Пинда шустро мы зовем. Это Дина, вместе встречайте нас! Команда Дина. Церодактиль и его кривые зубы. Я так люблю запах моря. А? Это похоже на гнездо птерозавров. Приветик! Привет! Простите. Я говорю привет. Если ты не занята, могу я попросить о помощи? Подождите. Профессор, я нашла новых динозавров. Это церодактили. Д2. Энциклопедию динозавров, пожалуйста. Церодактиль – птерозавр мелового периода. Название означает «палец Цезаря». Это большие птерозавры длиной 4-5 метров. Они живут в скалах у моря и летают над водой, ловя рыбу своими острыми зубами. О, интересно. Но я совсем не понимаю, что он говорит. Это потому, что у церодактиля очень изогнутые кривые зубы, и они не могут закрыть рот. О, вот как. Ну, что же мне делать? Думаю, он пытается мне что-то сказать. Попробуй перевести через свой встроенный сканер. А, точно! Я совсем забыла. Привет, Дактиль. Давай поговорим еще раз. Я спросил, можешь ли ты помочь, если не очень занята. Их мама ушла на охоту и не вернулась. Мне нужно отправиться искать ее. Можешь присмотреть за детьми, пока меня не будет? Не волнуйся, иди. Я присмотрю за ними, пока тебя нет. Спасибо. Я вернусь, как только смогу. Благодарю. Хорошо, увидимся. Привет, детишки. 1, 2. О, но я уверена, что их было 3. Ребята, а куда делся 3-й? Вон там. О, нет, там в лесу так опасно. Нужно пойти за вашим братом. Пойдемте, надо спешить. Он же был здесь. А, вот он. Не надо! Не ешь незнакомые травы, вдруг они ядовитые. В джунглях много интересного, но есть и страшные вещи, как хищники и опасные растения. Я же отвечаю за вас перед вашим папой, ребята. Давайте вернемся в ваше гнездо. Это называется саговник. Очень распространенное растение в наши времена. Золотой стебель посередине – это цветок. Посмотри, здорово? Кукуруза. Не кукуруза. Вы что, голодные? Один опять потерялся. Нет, нельзя подходить к болоту. Там могут быть страшные хищники. Кто это тут у нас? Ты воруешь еду? О чем вы говорите? Вы что, хотите съесть милого маленького церодактиля? Видишь, тут бывает очень опасно. Плохо. Подождите, я принесу вкусной земляники. Нашла. Дети! Дети! Капразухи, вы не видели тут детей?
Мы-то тут при чем? Мы ничего не знаем. Точно. Какое нам дело? Ну, вы не видели? Конечно, нет. Не видишь, мы едим водоросли. Мы такие голодные. Ой, какое облегчение. Вообще, я видел, как динозавры уносили их только что. Что, динозавры? Они пошли туда. О, нет, они пошли туда. Спасибо. Вики, трансформация! Дейнонихи, как вы смеете? Вики, Вики! Залезай скорее на спину! Наконец-то ушли. Давайте теперь вернемся в гнездо. Мама и папа уже должны были вернуться. Не бойтесь, они не пролезут. Это плохо. Рекс, Мин, Том, помогите нам! А? Да, идем, команда Дина. Вперед! Пинг, трансформация! Том, трансформация! Ха! Рекс, трансформация! Все хорошо, не бойтесь. Дина, исследователи скоро будут. Вики! Вот и вы. Стоп, дейнонихи. Они наша еда. Они наша еда. Да. Вы ничему не научились с прошлой встречи. Эй, ребята! Ого, может теперь наш черед учиться? Нам сейчас нужен план. Ближе, сделаем ловушку. Ладно, спасем церодактилей. Команда Дина, вперед! Раз, два, три, бежим! Что? Ну-ка взять их! У них столько энергии. Мы так голодны, что даже не дрожим в воде. Эй, ты злишься, когда голоден. Тебе лучше поесть. Зачем мы бежим за ними? Давайте вернемся. Давайте быстрее! Бежим! Играйте с нами в прятки! Я здесь, ловите! Если сможете, не поймаете! Да вот и я! Ха-ха-ха!
Что, думаете, мы глупые? Упасть туда дважды! Ты, Доники, нас боятся! Готово! Команда Дино! Команда Дино! Спасибо всем! Ага. Я вернулся с женой и их мамой. Спасибо, что присмотрела за нашими детьми. Что он точно сказал? Цирадактиль папа сказал, спасибо, что вы присмотрели за детьми. Всем привет! Давайте споем песенку про динозавров. Цирадактиль, мой рот огромен. Цирадактиль, опасные зубы. Зубки острые, рот огромный. Рыбку в море ловко я ловлю. Я с обрыва смотрю на море. Расправляю большие крылья. Я ищу под водою рыбку. И острыми зубками я ее ловлю. Каждый зубик очень острый. Мне ловить они так помогают рыбку. Каждый зубик очень острый. Я без них не ел бы аппетитной рыбки. Цирадактиль, мой рот огромен. Цирадактиль, опасные зубы. Зубки острые, рот огромный. Рыбку в море ловко я ловлю. Озвучено по заказу CLS Media в 2020 году.